В эфире телеканала «Самара ГИС» при своем мнении Инга Пенер. Здравствуйте. Покупай, но проверяй. Больше 100 лет назад бизнесмен Гарри Селфридж, открывший в Лондоне первый универмаг, сказал фразу, ставшую знаменитой: «Клиент всегда прав». Но зачастую этот красивый афоризм мало имеет отношения к действительности. А все потому, что большинство потребителей даже и слыхом не слыхивали о своих правах. Чему уж тут удивляться, что их постоянно нарушают. В чем лично я убедилась, и когда в декабре прошлого года вместе с региональной общественной организацией «Союз потребителей» прошлась по магазинам, где мы искали и нашли просрочку, продукты. И когда уже в конце января такую же инспекцию устроили по точкам, торгующим алкоголем. В каждой третьей не стеснялись спаивать несовершеннолетних и работать после часа X. Радует, что труды даром не пропали. Магазины уже получили свои судебные иски, а в жизни иных разливаек наступили черные дни. Как, например, у пив-бара, оккупировавшего подвал дома по Новосадовой 179. Жителям от местных дебоширов покоя ни днем, ни ночью нет. Драки, ругань, все углы многоэтажки превратились в общественные туалеты. И вся эта проза жизни по соседству с детской школой искусства. Она расположена в том же доме. Отчаявшиеся жители зимой позвонили к нам в редакцию. Тогда-то вместе с активистами Союза потребителей мы и нагрянули с проверкой. Барменша, продавший после 22.00 пиво 17-летнему волонтеру, полиция оштрафовала. Но в остальном мало что изменилось. О том, что разливайка продолжает благополучно работать, пришлось еще раз напомнить, куда следует. И вот на днях за нее взялись всерьез. Полицейские конфисковали весь алкоголь, и так как иного способа воздействия на этот сомнительный бизнес у них нет, пообещали, что подобные акции станут регулярными, пока хозяин бара не поймет, что работает себе в убыток. Жители, понятно, довольны, а вот алчущие граждане в печали. Не надо снимать, не надо. Жалко, что все меньше и меньше заведений. Заведений, я просто не знаю. Где у вас молодые люди, знаете, будто пить после работы? Надеюсь, на этой лиричной ноте рюмочные закроются. А если нет, вновь буду напоминать полицейским о данном обещании. Это уже дело принципа. Впрочем, права потребителей нарушают не только в злачных местах, но и в тех, что вполне внушают доверие. На этот раз экзамен на профпригодность предстоял точкам общепита. От обычной столовой до фешенебельного заведения. На пятерку, открою интригу сразу, никто не сдал. Как лично я убедилась, обманывают клиенты одинаково успешно и в относительно дешевых кафе, и в дорогих ресторанах. А в некоторые заведения и вовсе лучше не соваться, если не хотите со сломанной челюстью провести неделю-другую в больнице. Такой вот сервис по-самарски. Нам уже чек не дают. Чек уже не дают? А что случилось? Первая реакция непуганных работников общепита на появление камеры. Столовушка на Красноармейской. Здесь дешево и оттого многолюдно. Но вот насколько качественно. У активистов с собой всегда контрольные весы. Взвешиваем купленные блюда. Забегая вперед, скажу, это единственное место, где нас не надули. Что, безусловно, плюс. Но вот посмотришь повнимательнее в тарелку и понимаешь, вес не всегда имеет значение. По салату. Вот не очень приятный внешний вид. Майонез уже желтоватый. Не, его вообще нет. На вот листочке висят какой-то салат. Неизвестно, что это за салат. Со вчерашнего дня еще стоит. Я не знаю, сколько он стоит. Он желтый уже. И вот огуречек тоже, по-моему, заветренный. Да, вот этот верхний. Ну, обратите внимание, вот сотрудники столовой без перчаток, что ли, наливают салат, вот, наливают сок. Вот, без всяких перчаток, вот налил, поставил, взял следующий стакан. Наметанный глаз народных контролеров сразу замечает и другие нарушения. Идеальной чистотой не пахнет ни в зале, ни тем более в туалете. Ой, здесь вообще беда. Мне было бы неприятно. Сейчас все будет. Уборщица есть? Конечно, сейчас все будет. Личные вещи сотрудников столовой стоят прямо рядом с едой, продукты не накрыты. Администратор оправдывается. Потому что у нас нет света, мы сейчас вообще вот это все утилизировать будем. Кухню не стесняйтесь показать. У нас света нет, мы сейчас ждем аварийную бригаду. Фонарики есть? Да, даже можно тут посмотреть, что продукты просто лежат. Там были порции, которые не закрыты. Сейчас вызовите, пожалуйста. Нажмите кнопочку. Основание у вас зачем? Какое, девушка? Мы находимся в общественном месте. А вы кто? Человек. А что человек делает здесь? Вы за линией раздачи. Стоит. Вот и свет включили. Так мы теперь можем зайти к вам на кухню, раз свет включили? Надо сказать, что вы директор. Кто?
Ваша управляющая сказала, что вы директор. Что вы приехали разруливать. Может, у нее помощь неприятно. Мужчина, который предпочел сохранить инкогнито, что-то шепчет рабочему, и свет через минуту вновь выключается. Требуем ветеринарной справки, сертификаты на соответствие качеству. Постановление правительства номер 1036 от 15 августа 1997 года указывает, эти документы обязаны показывать по требованию любого потребителя. Но, похоже, в Самаре мало кто об этом знает. А что значит, что мне дали курицу, а не свинину? А что значит, что она соответствует стандартам, и она не больна? Дайте мне этот документ. Как их найти в темноте? В какой темноте? В такой вот. Ну давайте мы вам поможем найти, у вас зрение хорошее. У нас фонарики есть. Ну, пожалуйста, в своем кабинете можете найти. Ну вот видите, как вы отвечаете. Будь персонал поадекватнее, столовушке вполне можно было бы поставить четверку с минусом. Но с таким отношением к клиентам тут едва до тройки можно дотянуть. Чего вызывали-то? Вызывали группу. Потому что у нас неизвестные лица устраивают здесь непонятную съемку. Но я вам встречу показали? Нет. Показали. Мы уже не показали. А вы кто, чтобы мы... Да, вы же не должны представить. Смотрите, опять на журналистов, на общественников вызывает ГБР. Но это еще цветочки. В кафе «Оазис», что на Льва Толстого, полицию пришлось вызывать уже нам. Человек, который нападает на оператора, хозяин заведения Артур Адамян. Мы тут выявили, что у вас продавцы, ваши повара воруют у вас, понимаете, ваши деньги воруют. Если уволю сразу. Тихо, ну что, как себя ведет стрелять? Я разговариваю, если он снимает, это нормально? Нормально. Убери сказал тебе. Значит, вы должны... Нападает, нападает на общественников и журналистов. Пришлите наряд, пожалуйста. А ведь как мирно все начиналось. Пришли, заказали две порции шашлыка из курицы и свинины. Проблемы начались, когда все это мы решили взвесить. Курицы вопросов нет, а вот свинина подвела. Вместо положенных 200 граммов на тарелке чуть больше 160. Ну, здесь что-то вообще печально. Чем дороже, да, продукт, тем больше недовесок. Каждого на полтинничек в день нагреть и... Повар и администратор оправдываются, мол, мясо ужарилось, оттого недовес. Но вышеупомянутое постановление правительства четко поясняет, вес меню указывается готового, а не сырого продукта. Тогда работники «Оазиса» выдвигают новый аргумент. Мясо остыло и оттого усохло почти на 40 граммов. Ну реально, ну ребят, вы продаете 160 грамм по цене за 200 и пытаетесь придумать, что она усохла. Я понимаю, она может усохнуть на 10 грамм даже, я допущу это, 10 грамм, да? И то вы нарушаете мои права. Вы сделаете, чтобы она выходила, у вас была 210, чтобы когда, к моменту усыхания у меня на тарелке было 200. Этот мирный гастрономический спор и прервал не в меру разбушевавшийся хозяин. Выключи камеру. Мы работаем, мы не можем включать камеру. Да кто вам дал право работать, а? Это общественное место. Вы документы свои покажите, что там. Мы можем показать документы. Выключи камеру. Нормально тебе? Убери камеру, слушай. Если бы я хотел стать актрисой, я бы не работал. Да вы чего трогаете камеру? Вот, сейчас отсюда начнем. Видите, я вызову сейчас. Да подождите. Успокойтесь, пожалуйста. Ваши действия записаны. Какое вы право имеете вот так? Какое вы имеете право трогать чужое имущество? Уберите вас, бородатор. Я его еще в прошлый раз... Послушайте, уже не смешно. Рестораны ругаются, да? Мы пришли с вами ругаться. Мы пришли ругаться. Он в прошлом году в другом кафе тоже матерился. Да что вы говорите? Я его помню. В позапрошлом году у хозяина «Оазиса» уже были проблемы с законом. Его шашлычная на набережной буквально отравляла окружающую среду. Черная жидкость стекла из кафе прямо на пляж. Выяснилось, коммерсант решил сэкономить и сбрасывал отходы без всякой очистки в заброшенный дождевой коллектор. «Оазис» тогда опечатали судебные приставы. Большие вопросы у Союза потребителей возникли к заведению на Льва Толстого. Сертификаты качества на продукты нам показать так и не смогли, равно как и лицензию на алкоголь. Усмирить горячий нрав владельца кафе поначалу не могли даже полицейские. Вот так стоит, да, не надо, это их работа такая, не нужно. Да их не работают, они могут подождать, но не здесь. Не кричите, вы спокойно. Вот здесь у нас был в частности недовес, и документы нам не предоставили. Закон о СМИ, мы имеем право снимать в общественном месте. Приехал директор, начал нападать на журналистов. Не нападать, слово правильно скажешь. Ну, у нас видеозапись есть, Кстати, камеру и пытался ударить камеру об стену. Где все это происходило? Здесь, вот здесь. Вот прямо вот здесь. Кирилл, там сертификат.
осторожен, сейчас он съест его, блин, на весы сертификат. Да вот, вот полиция, вот, вот смотрите, свидетельство на весы. Он говорит, весы у вас поддельные, врут. На хозяина шашлычной наша съемочная группа написала заявление в полицию, а народные контролеры готовят иск в суд. Может, это поможет относиться к клиентам более цивилизованно. Хотя иные владельцы кафе не понимают ни с первого, ни со второго раза. Ну, обычно нас сначала едят, а потом претензии. За время нашей работы еще ни один клиент не отравился. Откуда вы знаете? Может, отравился, помер? Он просто не пришел, решил не скандалить. Молчит, да? Умер, ну, если умер, то да, наверное, молчит. Ну, скорее всего, люди не особо пал. Разговорчивы, когда умирают. Есть закон, его нарушать нельзя. Тоже вы законодательство прийти? Российской Федерации знаете? Знаем. Постановление правительства. Если каждый из вас будете с такими корочками ходить, здесь непонятно, что будет. Знакомьтесь, Виктор Яковлев, директор заведения под названием «Чистые пруды» на Старозагорье. Мой совет, если жизнь и рассудок дороги вам, обходите это место стороной. Отравить может и не отравит, но вполне могут покалечить. На этих фотографиях самарских музыкантов Алексея Богаткина и Евгения Алексеева мать родная не узнает. Синяки, выбитые зубы, сломанная переносица и челюсть. Все это последствия отдыха в кафе «Чистые пруды». Молодые люди разбили стакан и, рассказывают, хозяин заведения решил их проучить. Полицейские сейчас ведут следствие, а по злой иронии судьбы в кафе «Чистые пруды» буквально накануне этого ЧП побывала и наша съемочная группа вместе с Союзом потребителей. Теперь я понимаю, как нам повезло. Не снимай, не надо, не снимай. Ну, как не снимать? Это наша работа. Да подожди, я тебе говорю, не снимай. Зачем вы руки распускаете? Опять в руки? Ну, предоставьте мне бумагу. Какую бумагу? Я потребитель, я пришел кушать, я хочу знать, что это мясо здоровое. И сколько лет ты был свинье? Вот, прежде чем 350 лет. 350. По доброй самарской традиции в кафе не оказалось ни одного документа, подтверждающего качество продукции. И к тому же нас опять обвесили. И вновь речь о шашлыке. 180 граммов вместо 200. Побольше, чем в Азисе, но неприятно. Кухня, она же коридор в кабинет директора, тоже глаз не радует. Вот грязная посуда стоит. Место, где готовят, это так моется? Это вообще-то одноразовое, оно здесь моется. Полы чистые, это хорошо. Тут мука, все открытое лежит, пыль, не пыль. А вот, похоже, и тот самый шашлык, что нам подали. Сколько он лежит в этом холодильнике? Вопрос риторический. Где маркировка? Когда он был изготовлен у вас? Сколько он годен? Какая там температура у вас? Вы как повар же? Вы готовите? Да. Вы знаете, что у вас вот такие даже черчики? Да. Вот на руках у нас перчаточки, чтобы не пачкать ваши. А санитарная книжка у вас есть? Есть, я просто собрали книжку. Мы просто видели, как вы готовили салат, вы без перчаток. Кухня, похоже, явно не самое сильное место и в заведении, где и ценник повыше, и пафоса побольше. Вот тактичная управляющая ресторана «Чешский дворик» отказывает нам вежливо, но твердо. Если можно, то нет. А почему? Ну, потому что. Почему? Ну, вы нашли уже нарушение, как бы. Вы это снимите, пожалуйста, это покажите. Вы просто боитесь нас. Почему? Мы не боимся. Ну, а почему нет, не пускаете? А зачерка, ну, смысл какой? Вы нас что, добить хотите, что ли? Вот наоборот, мы вас хотим прорекламировать, понимаете? Не надо. Бесплатно. Не надо. Увы, но нарушения нашли и здесь. Отсутствует информация о том, сколько весит блюдо бизнес-ланча, салат «Цезарь» почти на 60 граммов меньше заявленного в меню. Радует одно – топ-менеджер заведения ошибки признает и готовы их исправлять. Это все же повод поставили на Авито, все сказали. Конечно, такого не должно быть и не бывает обычно. А что у нас сертификаты? Да, сертификаты вот. Вот это вот сертификаты предоставили на Дораду. Дораду мы не заказывали. Это сразу, да? Нам неинтересно. Дальше. Где ручка шариковая держать для бумаг, мы тоже не заказывали. Нам предоставьте документы, пожалуйста. Все ошибки исправим, это безусловно. И мы все сертификаты готовы предоставить только, допустим, ну, через сутки. То есть мы сделаем запрос, все накладные официально. С постановлением там прямо написано, что по первому требованию любого потребителя. Единственное заведение, где нашли почти все документы, кроме сертификата на птицу, мы заказывали индейку, это ресторан «Мяснов». Адекватный персонал тоже плюс в карму заведения. Но не успели мы порадоваться этому факту, как вновь нас ждало разочарование. Свинью подложил шашлык. Вместо 200 граммов по цене 450 рублей нам принесли, внимание, 144. Так даже в оазисе и чистых прудах не обвешивают.
200 грамм. Нет, 200 грамм, в сыром весе, конечно. 200, вот смотрите, я понимаю. Да. В законе под порцией понимается объем готового блюда. Это постановление правительства об оказании услуг общественного питания. Давайте мы еще посмотрим тогда наш меню. Да, ваше меню вот где свинина, 200 грамм, а у нас 144. Ну, на самом деле, я сейчас ничего не буду говорить, у нас есть юрист. Поварам, например, может быть, там тут отрезал 50, там отрезал 50, там и за течение дня, там, хоп, у тебя там килограммчик в конце дня, может, там что-нибудь, да, и лежит, то есть не исключено. Я уверен. Если, конечно, взять собственника вот этого заведения, кто непосредственно прибыль извлекает, сказать, ты знаешь об этом, он скажет, нет. Ну и еще один досадный минус. На кухню директор ресторана согласилась пустить только общественников, но не журналистов с камерой, как бы мы ни уговаривали. Ну нет. Ну а так вы идите, я не против. Ну действительно все отлично. Ну а чего тогда боитесь? Я не боюсь. Я считаю, что придраться можно в любом случае. Но да чисто почему? Да у нас придраться. Нет такой цели придраться. У нас, например, в прошлом году произошла, там, когда снег течет, какие-то пятнышки. Мне это будет неприятно, когда будут показывать. Поэтому я уверена за чистоту со своей стороны. Но хорошо, то, что там не идеальный ремонт, и придраться есть нет, к чему, ремонт, поэтому ремонт, я бы не хотела. Хорошо, давайте. В Мяснове очень чисто. Как бы тараканов на кухне нет. Это я вот так могу сказать. Хорошо. Это 100%. Спасибо большое. Ну что ж, и на том спасибо. Понятно, что представленная картина может и не отражает все оттенки самарского ресторанного быта, поскольку заведения были выбраны произвольно, но некое представление все же дает. Вывод один. Работники общепита совершенно не готовы к требовательным клиентам. Ну кто в ресторан пойдет с весами и мерными стаканами? Да и в закон о правах потребителей редко кто заглядывает. А жаль. На сегодня пока все, не исключаю продолжение темы. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам, увидимся.